Так, друзья, я вот сейчас в центре Ленинабада. Здесь памятник, ученому, деятелю. Не знаю, не написано ничего, поэтому не могу сказать. Здесь вот такие вот заросли зеленые, роща и вот такой вот дом советской архитектуры массового жилищного строительства. Очень, кстати, интересный. В первую очередь тем, что у этого дома вот такая вот многоярусная планировка цоколя. Смотрите, ну, сам по себе дом вот интересен тем, что сделаны такими, по диагонали откосами балконы, вот, то есть он такой ребристый получается, и двухъярусная торговая галерея. Сверху сеть магазинов и площадь как променад, и снизу точно такая же серия магазинов. Вообще очень интересно придумано. Такой вот социалистический монумент со звездой, окруженный таким фонтанным комплексом. Тут же магазин турецкий ЛС Вайкики. С этой стороны кусты белых роз. Там дом сталинского ампира. И здесь вот такой фонтан. С этой стороны можно уже прочитать надпись: «Слава борцам за установление и упрочнение советской власти в Ходжентсе». Ходжент – старое дореволюционное еще название города Ленинабад, ныне Худжанг. Вот, красиво. Люблю, когда фонтаны работают, особенно когда уже время, вторая половина октября, а они все еще работают. Это классно. Так, ну и здесь, я так понимаю, памятники тем, кто участвовал в установлении советской власти. Например, вот Биби Солиха Кабилхачаева. Или вот Абдулла Рахимбоев, вот, и много-много других людей, вот их портреты. Да, ну, такая довольно-таки обширная галерея. Или вот, например, Чабар Расулов, ну, наверное, уже деятель социалистического периода. Кстати, некоторых не стало в 97-м году, но им все равно поставили здесь памятник. Значит, не только борцы за советскую власть. Вот еще одна женщина. Мастура Авезова. Ну, надо, конечно, гуглить, кто это, и узнавать. Магазин Туйона. Вчера я здесь проходил вечером.
Да, вот эта вот площадь в Таджикистане с огромным вот таким вот фундаментальным флагштоком и флагом, аналогичная есть в Душанбе и еще больше по размерам. Вот говорят, что даже это там один из самых больших флагштоков и флагов в мире. И, ну, вообще супер, как бы все сделано красиво, даже не ожидаешь от провинции Таджикистана такой красоты. Ну, конечно, дополняют пейзаж вот эти великолепные горы. Ну и тут стоит памятник Рудаки, тоже на этой площади вот так возвышается со свитком в руках. Ну, красиво, да, очень красиво, очень здорово. Чем сильнее дует ветер, тем громче звук издают вот эти вот флаги Таджикистана. Три цвета: красный, белый и зеленый. Вот. Ну, что они значат, буду рассказывать вам потом, когда сам об этом прочитаю. Но напоминают, конечно, по цветовой гамме, в том числе и флаг Италии. А здесь вот такой вот. Вот такая вот монументальная стела с гербом и гимном Республики Таджикистан. Вот, прочитать не берусь, потому что могу ошибиться в произношении. Дорога, но, к сожалению, не работает. Тут внизу катера. А по канатке было бы прокатиться здорово. Теперь только видно, как шатаются на ветру эти кабинки. Вот. Здесь такой небольшой причал и еще один мемориальный комплекс. Вот таким барельефом наверху. Вот тут растут какие-то растения, чем-то похожи на капустные листья. Здесь красивые фонари. Ну вот видите, как будто бы капуста еще не закрывшаяся какая-то брюссельская, но сомневаюсь, конечно, что на такой аллее будут ее выращивать. Вот, но смотрится интересно. Видимо, какие-то неприхотливые цветы. Так, здесь российский культурный центр в форме флага России. И мы сейчас пойдем с вами по центральной улице Ленинабада. Вот при дневном свете, как она выглядит. Вот эти балконы красивые. Козырьки на окнах от солнца палящего летом. Магазины открываются. Названия какие интересные. Фараон, Дубай, бытовая техника, Манучехр. Манучехр тоже бытовая техника, и тут стиральные машинки, и тут всякие кухонные комбайны и электромясорубки. Тихономир. Дальше впереди
высокие красивые горы и вот панельные многоэтажки. Школа, да, очень красиво. Да, здесь уже пошли дальше магазины с одеждой. Магазин Samsung. Следом за ним магазин LG. Ну, мне, конечно, бытовая техника здесь не нужна, поэтому я и не пойду. Так, друзья, ну вот она, старинная средневековая крепость Худжанда, выстроенная в форме таких вот башенок с зубчатыми крышами, нескольких штук, в форме такого бастиона. В принципе, как я уже читал, отзывы исторического в этой крепости мало, в основном это новодел. Ну и я бы с удовольствием сходил внутрь, но все дело в том, что здесь не музей истории Сагдийской области, а археологический музей. Ну, археологические коллекции, честно, вот меня, ну, не так, чтобы очень сильно впечатляют. Поэтому я, наверное, сэкономлю время и лучше наслаждаться буду вот этими вот скульптурами перед зданием музея. Смотрите, какие Маша и медведь. Друзья, сейчас я стою около драматического театра, бывшего Ленинабадского драматического театра имени Александра Сергеевича Пушкина, а сегодня просто театра драмы города Худжанда, ну и Сагдийской области. Такое вот здание в стиле помпезного сталинского ампира с двумя рядами колонн, с таким оригинальным фасадом и лепниной на фронтоне. Также наверху называется флаг Таджикистана. Такой вот интересный музей, зал древности, арийская эпоха, скульптуры коней периода Персидской империи, императора Дария III, такие вот лодки периода раннего средневековья и поздней античности, вот такие вот еще тоже предметы древности. На самом деле очень богатая коллекция.
И мне нравится, как оформлен музей. Очень красиво. Ребят, ну, в общем, в Фуджанде становится все жарче и жарче. Вот, я сейчас нахожусь на противоположном берегу Сырдарьи. Не знаю, какой это берег, правый или левый, вот. Но солнце, конечно, припекает уже. Вот, и вместе с тем такой прохладный ветерочек. Ну, и сейчас иду смотреть вот эту стелу огромную, которая есть на всех картинках в Яндексе по запросу Фуджанд. Сейчас мы ее посмотрим. Так, друзья, вот здесь старые панельные девятиэтажки Фуджанда с таким интересным советским орнаментом, с такими интересными балконами. Видите, такой вот закругленной прямоугольной форме, с закругленными концами. Мне очень нравится этот стиль. А с этой стороны уже новые дома, которые здесь строятся. Вот дети пошли в школу. Да, друзья, вот такие вот новые дома строятся в Фуджанде, в Таджикистане. И с этой стороны тоже такие новостройки симпатичные. Такой прям местный стиль с местным колоритом. Вот. А там чуть подальше старые панельные пятиэтажки. Так, друзья, в этом месте целая серия таких вот советских административных зданий. Вот это вот первое. Я не знаю, что там. Возможно, парламент Сагдийской области. Вот это второе. Наверное, какое-нибудь правительство. Здесь по центру такая монументальная стела. И написано Мачмаит, Ахмит, Фарунги, Истиклол. Ну, по опыту, Истиклол, как правило, это какой-то культурный центр, дворец культуры. Здесь новостройки. И тут еще два административных здания. Вот это похоже на школу. Скорее всего, так и есть. И вон там похоже на какой-нибудь институт, университет на фоне вот этих вот величественных гор. Красота. Так, здесь национальные костюмы, такие вот национальные блюда, какое-то тут, по-моему, мясо, чеснок, мандарины, тоже национальный костюм. И вот мы сказали, что здесь 7 частей Таджикистана культуры.
здесь тоже ковры и гобелены. Вот такие вот еще костюмы. Да, красивая природа местная. Лепешки тендыр. Вот такие наряды. Ребенок. Это похоже на крепость, вот эту сагдийскую. Вот сагдийская красавица. Прялка, музыкальные инструменты. История Таджикистана в социалистическую эпоху. Ну, вернее, не Таджикистана, а Сагдийской области. Вот как здесь происходила гражданская война. Работники политуправления Бухарской Красной Армии. Вот здесь борцы за установление и упрочнение советской власти в Северном Таджикистане. Народные движения «Победа Октябрьской революции». И сверху барельеф, как раз повествующий об этом. Да, ну, далее. Здесь тоже видны деятели Советского Союза Таджикистана. Вот, например, Рафиева Зиби, работница шелкокомбината города Худжанд, герой социалистического труда, учитель Таджикской ССР, депутат Верховного Совета СССР 1937 года Авезова Мастура. Строительство Большого Ферганского канала. Второй класс малограмотных коммунистов. Строительство Худжанского шелкового комбината 1931 год. На приеме у Сталина Бабаколонов Пулот. Это был председатель колхоза имени Сталина Худжанского района, мастер хлопка, герой социалистического труда. Газета «Бедори Тасчик» таджикская. Установление советской власти в Северном Таджикистане. Так происходило. Бюст Иосифа Виссарионовича Сталина. И посвященный Великой Отечественной войне. Стенды, награды героев. Здесь участник Великой Отечественной войны. И ветераны, да, здесь жители Таджикистана. Далее послевоенное развитие Таджикистана и портрет Бабаджона Гафурова, ученого, государственного деятеля. Ну, мы вам про него уже рассказывали в музее Гафурова. Тут другие видные деятели Таджикистана. Ну, не написано, не у всех написано, что они делали. Вот, например, Муродов Джалабек. Это певец, народный артист СССР. Или вот, к примеру, вот эта женщина, Хаджаева Матлаба, профессор Худжанского государственного университета имени Гафурова. Насреддин Абдуманон, тоже профессор. Здесь их грамоты, свидетельства, лауреат премии «Рудаки». И вот такой вот, такая фотография послевоенного Худжанда. Ленинабадская область, 1946-1990 годы. А здесь уже постсоветское развитие Худжанда, определение его статуса, его дальнейшей судьбы, вот, и государственное развитие в фотографиях. Ну, к сожалению, ни по-русски, ни по-английски ничего не подписано, только по-таджикски, и остается только догадываться, каким политическим событиям это посвящено. Ну, здесь сразу узнается Эмомали Рахмонов. И здесь. А вот здесь это, наверное, до него. Хотя, да, вот это первый президент.